Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и сегодня вместе с Жекой мы будем продолжать наше испытание убить друг друга в Майнкрафт. Да, ребята, всем привет и большое спасибо за ваши лайки. Только благодаря вашим лайкам сумасшедшие ученые продолжают снимать эту рубрику. Да, поэтому, ребята, ставьте как можно больше лайков прямо сейчас, и мы будем начинать, конечно же, побежать. Да, я согласен, компаньон, я вам побежал уже, до свидания. До свидания, компаньон. В общем, ребята, в чем будет заключаться суть данной карты? Жека будет умирать очень нестандартным способом. Я уверен, ну практически на 99% людей не знают, как умереть. Но Жека будет себя убивать через вот это портатив. Я даже не знаю, как это называется, какая-то фигня вообще называется. А я сейчас сам посмотрю. Как и таргет, короче, будет себя убивать атакой истребителей. То есть, ребята, это все сложно, я согласен, это офигеть как сложно. Он будет вызывать истребителей, чтобы они его убили. Не каждый знает, как это делается в Майнкрафте. Мне кажется, даже никто не знает, как это делается в Майнкрафте. Но в этой серии мы увидим. Поэтому, ребята, сначала давайте мы пойдем к Жеке, пройдем его карту, а потом вернемся на мою и посмотрим, сможет ли Жека догадаться, как ему умереть. Поэтому давайте, ребята, потопали. Ну что, Эдуард, перед вы готовы? Вы готовы умереть? Ну что, компаньон, давайте, проводите. Сегодня, компаньон, вы попали на Дикий Запад. Да, вы попали на Дикий Запад, и вам здесь нужно как-то кокнуться. Ну, Жека, ты, наверное, не смотрел фильмы про Дикий Запад. Тут, в принципе, очень легко умереть. Очень легко. Ну давай. Замути. То ли лихорадку какую-то подхватить, то ли кого-то на дуэль вызвать. Вот ты! Больше мне. Не, у него даже пистолета нету. Я, конечно, что он говорит? Машинист Самуэль. Он, подожди. Здоров, билет гони. Окей. Видимо, тебе нужно билет где-то получить. Так, подожди. Что-то я тут видел. Ага, ухо Ибрагима за 1000 баксов. Понятно. Да. Понятно. Так, ухо Ибрагима, да? А Ибрагим это как... Это самый жесткий разбойник, ага, типа, да. Просто преступник какой-то. Mm-hmm, так, хорошо, хорош. Ой, Жека, что-то много у тебя сундуков, как я вижу. Ну ты поищи, это просто Дикий Запад, как бы вот тут Запад. Просто тут люди живут, вот их сундучки. Может быть, у них что-то есть, может быть, нет. Ой, я уже закоревал. Нет, ничего тут нету. Ну ладно, ничего нет, так ничего нету, как бы я тебя ничего не заставляю. А что, ты не заставляет он меня так... Опа, бармен. А, подожди, что у бармен? 1000 баксов? Книженция. Ага, Я могу стрельнуть в чаёчек или что это? Ну, я себе взял. Меня не убьют за то, что сейчас шериф придет и меня укокошит за то, что я... Тут, короче, знаешь, город без шерифа. Обворовал, знаешь, весь магазин. Вообще нельзя тут ничего ломать, нельзя ничего ломать. Ну, убей меня тогда, ну давай, я преступник, вот я ломаю все, не? Так, ну я сейчас таким два просто включу, и все, не сможет нифига. Ага. Что это такое? А ну, верни. Так, дверь, значит, да? Дверь. Да, дверь. Дикий Запад. А что может быть на Диком Западе? Я не знаю, Жека. Ну так ты, может быть, и ничего и не знаешь, как бы тебе нужно начальный год найти. Найти мне надо. А что мне тут надо найти, Жека? Какой-то странный у тебя Дикий Запад. Ищи. Ищи, да? Ищи, хорошо. Колодец. Колодец какой-то. Непонятно. Опа, рычаг. Ага, был рычаг. А в колодце ничего нет? Не, вроде ничего нет. Или есть? Не, вроде ничего нет. Ну ты пыхни меня, да? Нет. Так, а тут у нас что? Какой-то обвал какие-то. Какой-то у нас обвал тут. Ага, это тут... То есть я сюда, да, буду ехать? Туда? Да, типа в стенку, понял, да? Типа в стенку. Заткнешься в стенке, понял? Ты жесткий, ну ты жесткий! Опа! Ибрагима! А ну сюда! Давай, бей его, бей его! Розочкой! Давай! Передай его! Он очень быстрый, поэтому бей его, бей его! Не, поскольку я его в угол загнал! Все, когда надо открыть Ибрагима! Ухо Ибрагима! Так, все. Давай, быстро! Что там у меня? Награда за самого такого жестокого разбойника. Потом идет бармен! А ну, книженцию давай гони. Давай. Байшаду Присток. А кто это? Местный писатель, наверное? Да, это местный писатель. Говорит, очень крутой даже писатель. Что там в книжке-то? Код 0. Я только не говори, что это... А, подожди. Код 0105, да? Ага. А знаешь, 0, что 5. Такое 0105? Только давай догадайся. 105? Подожди, ну... 01, 01, 05.
Ага, что это такое? Что это может быть? Ну ладно, ребят, в комментариях напишите, что это может быть. Блин, так, а что мне с ней делать? А, бить ее? Наверное, бить ее. Розочкой, розочкой! Давай, отбирай мне билет, отбирай! Опа, билет улетел вниз. Кто это вообще такая была, Жека? Вниз. Да это просто бабенция, она купила себе билет, хотела поехать отдыхать, а ты ее грохнул. А, то есть это я разбойник, да, получается? Да, ты разбойник, или сам. Так. Я, если сейчас хочу вот сюда, на вот эту мельницу забраться, там есть что-то, Жека? Или все? Ну попробуй, попробуй. Может быть и нет, а может быть и да. А вот мне интересно, почему, да, вот тут вот это, вот это. Я все понял. Сейчас я поплаваю. Ладно, если так уже быстро, что ты не мучился, я тебе помогу, тебя телепортирую наверх. Давай. Опа, так. Ты можешь отправляться в путешествие. Ну все, Самуэль, давай. Ну поехали. Так. Эдисон, ты, короче, стоишь на железной дороге. И скоро сюда прибудет поезд. Твое последнее слово. А можешь мне сойти с железной дороги? А ты не хочешь умирать? Ладно, подожди. Не. Вот. Так, а ты так можешь не умирать, ну ладно. Умрёшь. Ах, не, я не знаю. Да чё так сложно-то? Ну давай, последнее слово, давай. Ой, под поездом, да? Ну я не знаю, наверное, не пока, Жека, пока. Ай, где поезд? Сэдисон, тебя зажимает поезд. Как-то он меня охренеть долго зажимает, честное слово. А ты что думал, так все быстро-то? Ты умрешь мучительной смертью. Ну поезд же башку просто отрубает, и все, а я тут прям... Ну, а это... На Диком Западе были мягкие поезда, они так тебя потихоньку спрессовывали. Ну, прессуйте меня уже наконец-то. Да вот, запрессовали меня, хорошо. Ой, самоубийцы. Прессовальщики. Ну давай, ты иди сюда. Да я иду. Иди, давай. Ой, так, а если геймод 0 или геймод 2? Геймод 32, да мне все равно 0 включи. Ну хорошо. Хотя 2 включи. А, ну хорошо, ты 2. Давай, Жак, ты попал куда-то на секретную базу какую-то, военную. Она-то какую-то, хорошо. Какую-то, ну поэтому она и секретная. Какая? Я же не буду говорить точно какая, да? Ну, ищи способ, как тебе умереть, Джека. Ой-ой-ой-ой-ой, опасный. Подожди, а может я могу кататься? Я могу кататься? Нет, вряд ли ты можешь кататься. Ну давай, стреляй. Ну да, в дуло смотрю. Что-то не работает. А подожди, может что-то внутри есть? Фьюел нету, репер нету, нет, ничего нету, короче, в этом танке. Ничего в этом, там просто бесполезный какой-то танк. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай! А чё? Ну давай, Джека, проходи, вот смотри. О, а что такое? Это не... А чё там? Так, ничего там что-то странные вещи. Я первый раз такое вижу. Опа! Я нашел снежочки. Ну, бери, если хочешь снежочки. Так, подожди, мне кажется, здесь какой-то подвох. Я не буду брать снежочки. Почему? Ну это же военная база. Ну как я снежками могу вообще, в принципе, убиться? Никак. Вот я могу вот так вот сделать, прыгнуть и сразу пройти твой газ. В принципе, да. Ну иди сюда, проходи, Жека, хорошо, проходи. Хорошо. Ну. Я тут просто... Графика очень хорошая стоит. Графика стоит хорошая. Ах, ты читер проклятый. Ах, ты меня не предупредил. Все нормальные люди в Майнкрафте играют на фасте, вот как я. А вот я сейчас. Всю жизнь играю на фэнси. Ну, потому что ты читер. Ну хорошо, проходи. Раз ты такой умный, давай проходи. Я, в принципе, и так мог пройти. Выпустите меня. Дай! Это его испытание, вот это как это называется. Давай, поле испытания. Подожди, я сейчас подумал, а вдруг мне понадобятся эти снежки, я же их больше никак не получу. Может тебе лучше какой-то РПГ дать, не знаю. Зачем тебе снежки вообще? Ну вот, блин, вот ты меня запутал, надо было все-таки взять. Давай, салага, проходи. Ну ладно, хорошо, я прохожу. Давай. Поле испытаний, да, я типа в армии. Поле испытаний, давай. В армии, я же сказал, ты на секретной базе. Так что докажи, что ты нормальный там солдат. Давай, активнее! Я почти перепрыгнул. Салага, давай, активнее! Опа, здравствуйте. Так, Эдисон, я тут смотрю, какие вертолеты можно скрафтить. Ты знал, что из 5 железа, 1 железного блока и 2 редстоуна можно сделать Боинг АХ-6, да? Да, я и не знал, честно не знал. А вот я знаю! Вот ты молодец, так же. Я на сдохте падал, не сдохте, тварь, получи, у меня не убивается, нет. Ну ж военные, зачем их гражданским убивать, да? Гражданских они трогать не будут, Жека, поэтому надо что-то... Так, ВХ включаю, не, вроде ВХ нет, здесь что-то нет. Так, Жека, мне кажется, тебе сюда надо пройти.
Так, я понял, мне нужно как-то кнопочку где-то взять. Ищи, 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 Жека, что-то ищи. А если все-таки, может, эти говнюки как-то умирают? Не, или нет, мне кажется, они умирают? Очень... Они хорошие солдаты, понимаешь, поэтому так просто их не убьешь, Жека. Мне кажется, здесь ничего нет, мне кажется, надо возвращаться обратно. Ну ты ищи, ну хорошо, я тебе дам подсказку, потому что ты слишком тупой какой-то у нас солдат, как я вижу. Иди сюда, иди сюда. Видишь, охранник вот тут, видишь, на посту стоит. Подожди, подожди, я в паутине. А зачем ты туда возвращался? Ну прошел ты вот это поле испытаний, зачем ты обратно? Да ну там ничего нет, ну нифига там нет вот здесь. Да, а может ты тут не чекал? Иди сюда, вот видишь, кто там стоит? Видишь, кто там стоит? Ага! Только мне кажется то, что он уснул. Его надо как-то столкнуть. Ай, я тебе говорил, что мне нужны эти сраные снежки! А ну слагай сюда обратно, по правилам все проходить! А то вообще выгоню с армии, будешь туалеты мыть. Давай, давай. Сам мне сказал, действуй как хочешь. Какая-то армия, дебил. Тротил. Тротил мне, калаш мне взад. Эдисон, тут у меня тут проблемы небольшие. А чё у тебя тут проблемы? Нет. Какие проблемы? Это армия, тут проблем не может быть. Я понял. Ага, так, кнопочка. Так, снежочки я нашел вот где-то вот тут. Ага, всё. Да, молодец, так. молодец. Да. Ну. Да. Жека, так ты просто ничего не будешь. Не. Ладно. Так уж и будет. Давай. Ради тебя я пройду это все заново. У тебя настоящий солдат. Да. А чё ради меня, как бы ты должен умереть? Мне вообще посрать, понимаешь? Так ты мне не даешь умереть. Говнюк, да как тут вообще пройти-то? Ну. Давай. Вот наказывает тебя вот эта боженька армии, то, что ты такой. Что ты такой собака непослушный. Давай, проходи. Вот, будешь ты у меня не по правилам, да, работать? И на тебе снежок в глаз, знаю. А, значит, ты еще хамишь прапорщику, ну держи еще. Ай-яй-яй! Неправильно, да? Не по правилам, да? В армии мы издеваемся над прапорщиком. Ну хорошо. Я тебе... Да в смысле, Эдисон, так нечестно. Да в смысле, а то, что ты не по правилам, все честно, будешь хамить прапорщику. Кто знал, что я не по правилам? Будешь хамить прапорщику, давай, салаг, это тебе не сад, давай, проходи. Мне кажется, ты просто на мной издеваешься. Давай, проходи, конечно. Ты какое, какие мучительная смерть. Давай. Так, хорошо, все, куда мне тут надо, куда мне его сталкивать, да? Ага. Опа, значит проснулся. Опа, прикольно. Давай, дверь открыла. Прикольно, я могу ломать тела. Поздравляю. Давай, ищи способ, как умереть. Ага. Давай, прыгай с башни. Давай, Жека, прыгай. Сейчас, прыгну. Нормально, в принципе, так можно сдохнуть. Да. Броню только можно взять. Ну, нет, я так не умру. Ну, мне вообще посрать, Жека. Давай. Все. Тебе нужно додуматься, включи свои мозги слага необразованные. Ты что ты делаешь? Ага. Ты что ты делаешь? Как? Что ты делаешь, дебил? Что происходит? Я не хотел. Что ты делаешь? А что ты сломал? Все не работает. Все, просрал ты свой способ умереть, Жека, поэтому. Нет, эти задавить. Ну да, давай, вторую попыточку, давай. Подожди, у меня она есть. Давай. Вот мне кажется, надо застрелить вот этих салаг, которые не пускали тебя. Вот сюда целься, в этих дебилов целься. А подожди, я что-то не могу. Собака. Ай, Жека, нельзя тебе в армию. Подожди, а как это работает? На какую клавишу нажимать? Я нажал? Ну просто нацелься в этих военных, Жека. Да подожди. Ну. Нацелься в этих военных. И что дальше? Ну, клацай. Ну. Опа! Летит! Только никуда! Не туда стреляю! Хорошо, Жека, а ну нацелься в меня, допустим, я не знаю. Давай. Так, как? Ну целься. Да я пытаюсь, она не стреляет. Потому что истребителей надо вызывать, нормально вызывать. Учись, салага. Ты что-то какие-то странные мне тут вещи рассказываешь. О, пошла. Ну.
Пошла, Жека, смотри с вами, тут стенку раскрошили, еще чуть-чуть, Жека, давай, давай, давай. Так, я понял, сейчас, бляха-муха, я заколебался падать. Я настроил каких-то непонятных вещей, я первый раз вижу эти блоки. Как ты меня заколебал, а? Давай, давай, вызывай удар истребителей, давай. Сейчас, вызову, подожди. Я так и не понял, как тебя вызывают, тыкаю на все подряд. Они пропали уже. Опа, 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 летит! Смотри, смотри, как бомбит! Ой, что тут хреново как-то бомбит! Истребители у нас какие-то недоработаны в России, а что поделать? Давай, ну давай! Давай, взрывай! Ну! Давай, давай, давай! Жека, вот смотри, почти! Давай! Я заколебался! Давай! Учись, давай, тыкай! Дисмаунт, что это такое? А10. Ну, куда ты, а куда ты тыкал? Левую кнопку мыши, правую тыкаю, не знаю. Опа! Летят! Опа! Где они? Жека, ты... Ну почти, ну смотри, ну почти уже! Тыкай! Тыркай! Жека, подожди, может уже как-то сюда можешь забраться? Нет, еще не можешь, Жека, не можешь еще. Заколебал. А хочу, почему? Тыркаю на все подряд! Вот смотри, Жека. Да-да-да-да-да-да! Нет, там мою карту полетели сбивать. Жека, ну смотри, может у тебя как-то уже получится умереть? Мне нравится, я хочу еще потыркать. Встань, я не могу стрелять. Жека, ну мне кажется, ты уже можешь умереть, я просто не знаю, что ты тыркаешь. Я вижу, тебе понравилось, да? Да, мне понравилось. Жека, ты уже можешь умереть. Опа! Опа! Жека, ты и так уже мог давно умереть. Давай, да, опа! Давай, Жека, парашют забыл тебе! Просто, я тебя отныне буду звать его мастер мода MC Хэлли. В предыдущей серии там какую-то фигню с этими танками намутил. С вертолетом. Тут вообще такой за истребители, бомбардировщики. Ну, зато неординарно, неординарно, хорошо. Инженер хренов. Давай. Ну что, компаньон? Я, в принципе, говорю, что вы должны ставить лайки под нашими сериями, а своих больше лайков, тем больше серий. Да, поэтому ставьте лайки прямо сейчас, ребята, и мы вам говорим большое спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.